От жирного учителя мы уже успели убежать. Но теперь нас преследуют роботы в игре Miss Anytron Detention. Anytron Detention. Нас оставили после школы на продленку, и нам предстоит убегать. Я не буду пропустить Anytron. Да, предстоит убегать вот от этой вот монстроподобной женщины. Сту из Бравл Старс. Что там написано на доске? Я не буду пропустить Anytron. А, это же типа отсылка к Симпсонам. Помните, он там писал на доске все это? Получите огненную силу. Это интересно. Огненная сила, не знаю такого. Я знаю только огненная вода, но я вам не скажу, что это значит. Стоит. Я не знаю, для чего он здесь так. Ладно. Тут уже стрелка мне указывает, куда надо идти. Ну, все как в прошлый раз. Ладно, все, что, у нас... Не, подожди. О, ты что натворил? Она, смотри, она сломалась. Бегаем отсюда. Оу. Че за... Свет везде вырубился. Подожди меня, алло. Так ты нажми на эту, на сигнализацию пожарную. Ты чё, блин, вообще? Я ж тебе говорю, не надо было мне тебя ждать. Да, блин, офигеть, в такой... В прошлый раз все было как-то повеселее. Она за мной бежит. Иди по стрелкам. Я иду по стрелкам. Но она меня преследует. Где она? Она ушла? Да, она ушла. Давай, иди сюда по стрелочкам на стенах. Вот он я. Прыгай в вентиляцию. Ебой, сбежал. Блин, ну это реально страшно какое-то обе по сравнению с теми, что мы проходили до этого. Кстати, знал, что тут будут скримеры? Нет, ненавижу скримеры. Опа. Америка, Европа. Опа, Новый год. Хорош. Лазеры. Ну, это все изи, это все легко. Это пока что изи. Меня удивляет всегда, дальше там будут маленькие босс-файты. Меня удивляет всегда, что в обычных школах такой творится трэш. Так, паркур, давай ты первый изи. Интересно, у вас в школе тоже есть такие подвалы с вот такими испытаниями, шипами и препятствиями? Ну, это была бы, наверное, уникальная школа. Ладно, все, пошли. Это сейчас будет опять очередной паркур. Но я так понял, они разрушаются подо мной, да? Да. Окей. Давай. Я тебя хотел этим разыграть. Давай. Ага, разыграть. Я уже опытный. Смотри. Я уже про. О, вот это опасно. Вот это опасно. Когда такие звуки страшные, криповые. Я не хочу, чтобы мне по голове прилетела такая штука с шипами. Все, я тебя обогнал. И какая-то тут с нами девочка пытается убежать. Смотри, с продленки. Вентилятор, хеликоптер. Хотя они убивают. Я понял, что они убивают. Нифига он быстрый. Так, отлично. Интересно, мы удастся нам с первого раза пройти. Смотри, или сейчас нас поубивают? Будет осторожен, сейчас будет осторожен. Так, это что? Сейчас будет осторожен. Осторожен, говорю. Раз, два, три. Тихо. Это спортзал. О! Это что? Это мисс Энни. И чё? Нам нужно убегать от нее в дверь. Ну, это все как-то очень просто. Я убежал в дверь, а дальше... А дальше она тоже за мной бежит? Да. Это совсем не просто. Она меня убила, Димон. Капец. Бежим вот сюда по стрелочкам. Давай, бежим. Я попробую тебя догнать. Опять туалет. И вентиляцию. У создателей игры какая-то проблема с туалетами. Они все время нас пытаются выгнать через туалет. О, смотри, тут отсылка на Пеннивайза. Блин, не хватало мне еще Пеннивайза тут в этих играх ваших роблоксовых. А что тут это опять газы Барри? О, Барри. А тебя на трубу наступать нельзя? Мы тебя помним, Барри. Блин, в натуре нельзя на трубу наступать, черт. Хотя, знаешь, в чем плюс этой игры? В чем? Здесь на кнопку Е не открывается магазин. А, да, меня это очень бесило в прошлой игре. Так, кстати, если вы не видели, про чем мы говорим про Барри, посмотрите, это побег из тюрьмы был от жирного Барри. Да, кстати. Черт. И последний. И для меня вот это самое сложное. Все, я прошел, let's go. Так, смотри, сейчас мы будем прыгать по трубам из Марио. Настоящая канализация, настоящая. Она очень вот жуткая, не то, что в Марио. Здесь уже настоящая. Не то, что вот те вот шипы в подвале. Да, я с тобой полностью согласен. Так, ну труба, блин, ржавая, лишь бы она не провалилась сейчас подо мной. Я все-таки с коровой. Я все-таки тяжелый. 135 килограммов с коровой. Так, нам нужно свалить от этого аниматроника. Я не хочу попасться ему еще раз. Остерегайтесь утки. Утки? Да. Подожди, что за утка? Не хватало мне еще одного аниматроника. Идем сюда. Здесь какая-то речка. Так, я слышу. Слышал? Я слышу. Я не хочу. Нет. Тихо. Нет. Что может быть хуже, чем утка в подвале? Она еще не по воде ходит, она может и по земле ходить. Нет, она идет прям за мной. Блин, куда бежать? Давай я за тобой иду. А здесь скримеры жесткие будут. Нет, вот стрелки, куда ты пошел? Жесть. Как тебе скример? Офигеть. Friday Night Freddy, я же забыл, как Five это называется. Five Nights at Freddy's. Да, Five Nights at Freddy отдыхает вообще, нервно курит в сторонке просто. Давай, я тебя жду уже в канализационной трубе. Здесь очень уютно вот она, и спокойно. Утка! Нифига она какая огромная. Хорошо, давай, вот он уже, вот. Да ты чё, блин? Капец! Давай. О, малорик. Малорик, давай, все, фу, блин, утка, офигеть. Ну как тебе, страшная утка? Это туалетный утенок. Да. Это же туалетный утенок. Что за звук?
Кто-то затачивает нож. А, это сам сверху. А, офигеть. Подожди, а вон там, может, вон там в туннеле какая-то секретная. А, нельзя наступать! Блин, ну вот скажите, здесь скримеры намного страшнее, чем Five Nights at Freddy's. Подожди, подожди, вон там по-любому в туннеле что-то есть, я хочу проверить. Может, по трубе? Нет? А, нет. Труба без коллизии. Здесь, конечно, плюс в том, что тут на Е нету шопа. Блин, том, а, вот что это. Да, я только что тебе говорю, но минус в том, что при каждой смерти у тебя какая-то реклама высвечивается. Так. Реклама Лети Шоп. И оба. Ты через закрытые шипы только что пробовал. Ну, это тебе так показалось. Так, это где? Мы в бойлерной в какой-то. Смотри, здесь котел. А, здесь умывалка. Это я знаю кто. Это помещение паркур, техничек. Паркур, паркур, паркур. Давай, 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 так. Паркур. Ой, паркур, фу. Паркур. Ну зачем? Ну зачем это надо надписи, делать? Смотри, лиф. Помогите! Карен, мне так жаль. Вон там, видишь, написано. Да. Короче, не очень-то как-то комфортно уже здесь находиться. А второй надо этаж? Идем на второй этаж. Так, да-да-да. Второй этаж это лучше, чем здесь канализация. Здесь капканы теперь. Ну, началось. А тут можно просто вот так пройти. Да, слушай. О! Подожди, а тут можешь поисследовать, вот сюда пойти, может здесь какие-то есть... Я знаю, я видел там бейджик, секретная комната есть, ты ее не находил? Нет, а может она там где с шариком Пеннивайзом была? Может быть, но уже поздно, ладно, если кто-то знает, напишите в комментариях. Пошли мимо шипов. Хоба. Лучше все-таки прыгать. Это, правда, не шипы, но ладно. А, да, капканы, капканы, простите. Медвежьи. Капканы. Да, да, правда, да, да. Что-то на медвежьи лапы какие-то не слишком большие. Они огромные, реально. Тут на тут... Это на жирного баре опять-таки. Тут... Так, класс искусства. Идем туда. Да, идем. Смотри, здесь, кстати, манекен будет охотиться за нами. Это, ну, не будет охотиться, но на них нельзя наступать, иначе будет скример. Так, так. Посмотри, что здесь рисуют просто. Офигеть. Какие жуткие, какие они жуткие. А, а ты встань на аниматроника. Встань на вот этого куклу. Чё говоришь, задеть? Ну, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты сам-то видел? Ну-ка ты... Да. Жуть. Так, ну и они тут хорошо танцуют, кстати. Не, ну они нормально так жутко придумали. Как-то даже прям страшновато. Очень жуткая. Смотри, а, это фото, фото проявить. Да, фото проявитель. Появочная, короче, здесь пленку проявлять надо. Так. Так, идем сюда. Смотри, там какой-то лазер крутится. Опять! Дождь не кислотный. А, это те лазеры, которые я ненавижу, которые я все время плохо прохожу. Ты чё? А, я тоже провалился. За мной это, угонится. А, она здесь опять. Да что ж такое, а куда бежать-то? Мы что, вернулись назад? А, стой, может надо не наступать на стекла? Может быть, скорее всего. Здесь, наверное, выхода нет, я понял. Так, давай. Я прошел. Просто вот так, вот здесь по краю иди. Лучше, вот так, короче, идти навстречу лазерам, мне кажется. Так проще, чем по ходу лазеров. Так, да-да-да. Все, это была ловушка, туда нельзя проваливаться. Точно, ты прав. Пошли. А куда идти? А, вот сюда, да. Так, а я сразу срежу путь. А тут вообще можно жестко путь срезать. Так, да. Тебе на голову прям. Так, что тут? Что кафетерия. Тут? Там кафетерия. Кафетерия, смотри. Да. Ну да, перевод так себе. Ну ладно, хоть с переводом. О, кисель, кисель разлили. Ну это столовая. Что за звук? Что это за звук? Робот! Какой робот? О, в этой школе что, вообще нет живых людей? А, какой он мерзкий. Ты его видел? Да. Он что, со скалками или он с ножами, я понять не могу? Со скалками! Скалкой по башке не хочу. Нет, 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 нет! Какой противный звук. Давай, 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 беги! Вот это жуть! А чё ты не туда пошел? Туда пошел? Ты не туда пошел, я что сказал! Он капец какой быстрый! Да! А, там вентиляционная решетка лежит, там походу вентиляцию надо, Димон! Нет! Все, я понял. Там, Димон, лежит вентиляционная решетка, нам надо в нее по-любому. Это там вот, где столовая, туда надо. Давай, я сейчас по-любому выбегу. Ты где вообще? Я за тебя. Я тебя потерял. Так, где-то там решетка должна быть. Вон она, в стене, все, точно, в стене, в стене. Есть, я ушел. Есть! Малорик, фу, вот это был напряг. Капец, блин, какая-то стрёмная, обе. Ну как тебе? Плавай. Обе. Плавай. А здесь ничего страшного нет. Да, это не кислота? Бульк? Нет. Ну и туда можно доплыть, не бойся. Ладно, хоть воздух не надо задерживать. Или надо? Не надо. Я на всякий случай задержу. Ну не надо было. Так, тут какой-то чел плавает. Он, походу, застрял. Мы сейчас даже в голове застряли эти звуки. Да, это был мерзкий повар. Так, о, мы в бассейне? Да. Мы в бассейне, так, хорошо. Кто-то рэп читал, кто-то рисовал граффити. Подожди, 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 куда ты пошел? Стой! Что? Я всегда мечтал в бассейне прыгнуть с вышки, а здесь есть лестница. Блин, на нее не залезть. Да. Черт, моя мечта не сбудется. Никогда. Ну ладно. Что тут написано? Гордон? Да. Гордон Фриман?
Half-Life. Половина жизни. Так, ну чё, чё мы вернулись-то? А, вот выход, Димон. Да, всё правильно. Так, идём на выход. На выход. Давайте уже выход, а? О, улица, отлично. Посетите автобус. Посетите автобус. Посетите в автобус. Причем. Посетите в автобус. Так, здесь Джеймс еще тег какой-то. О, пятнашки. О! О! Зачем ты здесь? Там еще утка! Еще и утка? Да блин, да вы что, вообще что ли с ума сошли? Как от них двоих-то убежать? Все, я на выход побежал, Я не знаю, что ты там делаешь, я пошел в автобус. Я тебя обожу. Потерял. В автобусе еще и повар, Димон! Че за... А-а-а, в автобусе еще и повар! Все, я спасся, я в автобусе. Это было просто. Давай, я тебя вижу. Давай, беги. Есть! Малорик, все, мы куда-то поехали. Это что, все, это побег? Да. Они долбятся по автобусу, жуть. Вон они. Они мне будут сниться, блин. Капец. Так, куда нас везет этот автобус? Куда он нас везет? Странно, мы с тобой в разных автобусах, прикинь? Да. Я, походу, уехал на 2 минуты раньше тебя. Из этой школы эвакуируют на автобусах. Это что за школа? Куда мы едем? Я не знаю. А, я вижу тебя, посмотри, ты сзади стоишь просто без автобуса. А я у тебя стою там? Да, ты просто стоишь. Я могу попрыгать. Мы приехали в дом, видимо, обратно. Так, мне дали бейджик, видимо, мы прошли. Так. Да, мы спаслись, камон. Давай, я тебя тут встречаю. Так, давай. Здорово. Все, здорово, мы корова. Здесь. Да, мы приехали. Так, тут какие-то чуваки, которые, видимо, играли. Ну и все, крутяк, очередной портал в очередное обби. Да? Ну что, хочешь туда зайти? Давай проверим, куда они нас отправят. Escape the Carnival of Terror обби опять. Они прям настаивают, чтобы мы поиграли в эту обби. Блин, ну придется, наверное, все-таки сыграть да, в нее. Да, придется все-таки сыграть. Ну, мне кажется, на сегодня я уже хорош с этими ужасами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!